Не все пошло по плану. Сделать селфи с вождем пролетариата Владимиром Лениным нашему корреспонденту сегодня не удалось. Картонная фигура Ильича должна была по задумке стать центральной на митинге в честь 101-й годовщины Октябрьской революции. Однако не случилось, видимо, по причине ненастной погоды. Правда, она не помешала представителям компартии разных эпох пройти праздничным шествием по Ленинскому проспекту. Это праздник, я думаю, большинства народа нашего советского. Я ощущаю себя советским человеком, потому что это был, я как считаю, самый справедливый строй на свете. В рядах демонстрантов мы насчитали порядка 500 человек. Позже все они присоединились к митингу у памятника Ленину на площади Советов. Как и много лет назад, здесь звучали поздравительные речи и советские песни.